И вот на следующий день, когда уже искали, искали, нашли без головы, очень там, ну, питками, ноги были простреляны, нашли тело без головы в морге. И резали, и стреляли, и ломали. Что такое с ними делали? Я шел пешком от своей конторы, ну и меня подстрелили в этот момент. Стреляли в затылок. Самой большой проблемой сегодня на Северном Кавказе, я считаю, проблему, связанную с похищениями людей и с без вести пропавшими людьми. За этим последних 20-21 год на Северном Кавказе, по разным данным, пропало от 7 до 8 тысяч людей. Самое ужасное не только то, что эти люди пропали, но еще и отсутствие реального расследования. По всем этим и нельзя поверить, что следователи во всех регионах Российской Федерации не способны раскрывать эти дела. Похоже, что эти дела просто не хотят расследовать. И они фактически стали заложниками политической ситуации или политической воли. Вот один из таких дней, 27 ноября прошлого года, пришли люди, неизвестно кто, не представились. И забрали его в наручники, одели в тапочках, в халате, ну, в униформе, имеется в виду врачебной, забрали. Люди, которые это увидели, очевидцы, мне позвонили, там брат мой тоже там работает, в этой же больнице. Там все узнали, и я быстро поехал в Махачкалу, мы все, братья, я и все остальные наши родственники начали искать его. Где? И ни в одном, ни в прокуратуре, ни в Следственном комитете, нигде толком я не знал, кто забрал, зачем, за что, почему, и до сих пор толком ничего не знаю. И вот на следующий день, когда уже искали, искали, нашли без головы, очень там, ну, питками, ноги были простреляны, нашли тело без головы в морге. Ну, тоже очень долго не хотели выдавать, еще дня два, наверное, прошло. Видели, так похоронили. Конечно, я бы хотел, чтобы были следственные мероприятия, чтобы был суд, чтобы было, ну, за что, почему. Если в самом деле он виновен, ну, получил бы по заслугам, засудили бы. А вот так до сих пор толком не знаю, что он сделал, за что его убили и почему. Ну, там были такие показания, вроде бы он отстреливать начал, пистолет где-то выхватил. Ну, в наручниках человека взяли, где, как, это тоже очень трудно поверить этому. Но я даже думаю, вряд ли он когда-нибудь пистолет на руках держал. Может быть, где-то он, может быть, что-то натворил, может быть, ничего не... В принципе, я до сих пор не знаю, за что, почему и как. Потому что конкретно не были проведены следственные мероприятия, не был суд. Человека сегодня взяли, следующий день мертвым нашли в морге, без головы. Вот его первая распашонка, которую я ему одела. Все его вещи. Их было много, я их просто раздарила. А это я оставила, чтобы подарить своему внуку или там, внучке. Чтобы было интересно. Я ему показывала это все.
Он говорит, зачем ты их хранишь? Говорит, убери, говорит, зачем они нужны? Я все равно их хранила, видишь? Просто мне все было жалко выкидывать, все, что с ним связано. А его потеряла. Давайте. На 4 мая были какие-то деньги, $1000. Он сказал, я говорю, куда ты едешь? Он говорит, надо передать эти деньги, в Грозный мне надо поехать. Собрался, где-то в обед время он уехал. Хорошо, я говорю, Муслим, не оставайся там на ночь, если что, приезжай обратно быстрее. Хорошо, я приеду, сейчас деньги передам, говорит, приеду. А потом на новостях я слышала, как Кадыров, их президент, сказал, мол, был боевик с Ингушетии, ну, приехавший к нам в Грозный, и мы его поймали, короче. Потом пришли люди. Потом пришли люди и сказали, что... Мне сначала сказали, что он взорвался. Я говорю, нет, этого быть не может. Я говорю, этого быть не может. Значит, вы его взорвали. Я вот так вот сказала. Я не знаю, как. Я в шоке была. Потом выяснилось, что он целый. Ну, просто стреляли они в него. И резали, и стреляли, и ломали. Что только они с ним не делали. И контрольный выстрел был в голову. Если он был в чем-то виноват, неужели... Они же его поймали. Неужели нельзя было его осудить, поймать, там, доказать его вину и осудить? Просто они убили, подложили оружие, все, что хотели, как хотели, так и поступили с ним. С ним и со мной. Они отняли у меня все, всю мою жизнь. Я не знаю, как с этим жить. Видишь, конечно, Кадыров за каждого боевика обещал, говорят, миллион. А за каждого пойманного, просто так, который поймают, 300 тысяч. Конечно, они сейчас будут придумывать там боевиков. Поймали, завели, заманили, убили, подкинули все. Все, он же не будет разговаривать, он же мертв лежит. Он боевик, бандит, все. И докажи потом. И никто тебя не слышит. Никто не хочет слышать. Брючки, Башечка здесь. Так. Я шел пешком от своей конторы, ну и меня подстрелили в этот момент. Стреляли в затылок. После этого я ушел, но в больницу я не обращался, примерно в течение полутора или двое суток. Я был уверен, что у них хватает возможности проконтролировать любое мое обращение и в полицию, и в том числе и в медицинское учреждение, в больницу, где они могут меня добить. Уже в больнице мне сделали рентген-снимок, и этот снимок показал, что у меня пуля в голове. Но связано это с конкретным делом. Осуществлял защиту ряда лиц. И вот потерпевший по этому делу, лицо, которое по республике Дагестан, он занимал весомое положение. Я тогда выдвинул подозрение о его причастности к ряду убийств, к похищениям. Обстановка такая, что полностью, как мое мнение, население находится, охвачено террором, именно государственным террором. Оно охвачено страхом.
Жизнь ни одного человека в Республике Дагестан не гарантирована, и никто ее гарантировать не может. Многое выяснить для того, чтобы установить все обстоятельства нападения, в том числе и просмотреть записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым, возможно, удастся выйти на след преступников. Два подрыва в центре Махачкалы следователи не квалифицируют как теракт, но и без того, по факту взрывов, в результате которых один человек погиб и еще 18 были ранены, дело возбуждено сразу по 7 статьям Уголовного кодекса. В 2012 году, 20 января 2012 года, был убит адвокат нашей коллеги Саид Магомедов Омар Ахмедович. Он был убит, как мы считаем, правоохранительными органами. Почему вообще происходят такие события с нашей конторой? В тех случаях, когда мы видим, что происходят пытки, мы открыто об этом говорим. Если мы подозреваем, что в этом замешаны конкретные лица, мы называем их фамилией при осуществлении своей деятельности. Я могу сказать, что сейчас адвокаты в Республике Дагестан, те, которые честно выполняют свои обязанности, они сталкиваются с открытым произволом и буквально с открытым физическим воздействием. Есть такая русская пословица, советская пословица, что война заканчивается тогда, когда будет похоронен последний солдат и будет найден последний пропавший без вести.